Всем здравствуйте, меня зовут Павел, я преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения по видеомонтажу. Следующие несколько занятий я посвящу сторонним программам, которые также необходимы на постпродакшене нашего видеоролика. Первый урок будет посвящен программе Adobe After Effects. Эта программа предназначена для редактирования видео. Чаще всего используется при создании рекламных роликов, художественном оформлении музыкальных клипов, создании титров и, конечно, при производстве анимации. Итак, сейчас я покажу несколько примеров того, на что способна эта программа. Первым делом для любого видео необходима заставка. У нас есть два пути создания заставки. Первый – это нарисовать ее самому, второй – это купить или скачать уже готовый проект. Существует огромное количество сайтов с платными и бесплатными проектами. Один из важных плюсов платных проектов в том, что человек, создавший его, максимально упростил нам работу по его редактированию. То есть, чтобы поменять цвет, текст или логотип, нам достаточно найти композиции с одноименным названием. Нам остается только срендерить полученный ролик и отправить его прямиком в Adobe Premiere. Следующая необходимость при постпродакшене – это титры. Аналогично заставке, титры можно либо купить, либо скачать, либо создать самому. Даже простейшая анимация титров в Adobe After Effects смотрится намного приятнее, чем если вы поленитесь и сделаете то же самое в Adobe Premiere. Главное, обратите внимание на конечный рендеринг файла. Видео мы выводим в формате MOV, во вкладке канала мы выбираем RGB плюс Alpha. Также к титрам можно применить эффект трекинг или отслеживание движения камеры. Создаем текст. Нажимаем правой кнопкой на композиции, которую нам нужно отследить. Далее находим четкое цветовое пятно, в моем случае это пуговица. Нажимаем на кнопку Play или анализ движения. Далее применить. Ну и применяем на всех осях. Вот и все, наше движение готово. Так смотрится намного приятнее. Adobe After Effects имеет безграничные возможности. То, что я вам показал, это только вот такусенькая часть всего потенциала программы. Ну а на сегодня это все. Всем пока!